Приветствую всех любителей дальних путешествий. Сегодня у нас 23 октября 2021 года. И мы с вами находимся возле огромнейшего люксус-лайнера. Это Аида Космо. Его, значит, построили на верфи в городе Папенбург. И вот таким образом его, значит, буксируют к морю. В открытое море, в открытый океан. Да, корабль рассчитан на 6500 пассажиров. Да, если еще добавить туда персонал, порядка 3000 человек. Представьте себе сами, это где-то целый город на воде. 16 этажей, 17 ресторанов. Действительно, огромнейший корабль. Ну и вот так вот выглядит, когда его, значит, его буксируют по этой совсем небольшой реке. Где-то порядка 30 километров нужно ее буксировать до моря. И вот посмотрите, значит, там на балконах люди, но они такие маленькие. И таким образом можно сравнить, какой это огромнейший корабль. Да, вот так оно все это выглядит. Очень много, конечно, желающих увидеть это событие. Вот сейчас поверну немножко, значит, вот налево. Построили этот корабль огромный на верфи в городе Папенбург, совсем небольшой город. И вот представьте себе, очень известная верфь. И они строят в год 3 таких корабля. Конечно, участвует вся округа, все окрестности, огромные фирмы работают. Значит, поставляют туда определенные узлы и детали, и там все это собирается, и оттуда, значит, начинается его путь по морям и по океану. Пожелаем удачи этому большому новому кораблю. Счастливого плавания!